Всем привет! Добро пожаловать на наш канал, канал Дом 9. Сегодня мы делаем очередной обзор на бесплатные продукты. Сегодня мы съездили, получили, это был понедельник. И, кстати, очень много было свободных мест, имеется в виду, не так уж много пришло людей. Так что, как обычно, я внизу под описанием, вернее, в описании поставлю адрес, именно где мы это взяли. Если вы здесь на месте в Сакраменто, можете съездить тоже приобрести. А первое, это значит у нас такие, как типа кракерсы, Марса называется. Вот такие две упаковочки нам дали. Также нам дали сметану, какой-то карамельный макалку. Также дали сыр проволони или проволон. Такая вот упаковочка. Еще одна такая карамельная. Сюда хорошо, кстати, именно макать яблоки, дольки яблоки макать, и будет вкусно. Также два таких каких-то бутерброда. Типа шаурмы и такого бутерброда. Два бутерброда таких. Кусочек масла вот такого сливочного. Две таких упаковки таких как булочек. Как сконсы, да, такие. Шесть яиц упаковочка. Какие-то сказано, что вроде типа такие попкорн, наверное, под донатсом. Привкус донатса попкорн. Такое гуакамоле, это значит, если с авокадо добавлять такую, добавляешь туда и разводишь. Вот, такая как бы соус для этого, порошок. Упаковка риса и упаковка овсянки. Упаковка черной фасоли и такая лапша, спагетти они ее называют, из темной такой, да? Клубничное варенье, арахисовая паста из таких вот орешков, да? Потом две баночки, да, куда убежали? Две баночки таких кукурузы в баночке и баночка такого томатного соуса. Здесь сказано с луком и с чесноком. Такой бульон куриный, потом две упаковочки макароны с сыром. Сухой завтрак с такими страшилками. Две банки туны. И такие бульоны. Это именно говяжий бульон. Такой хлеб французский, такие как типа, ну такие как маленькие багеты, да, французский хлеб. Потом, значит, здесь также хлеб, это именно с проросшей пшеницы, с флаксом, флакс и чия. В общем, это, ну, такой хороший, дорогой хлеб, скажем так. И еще один такой кислый хлебушек тоже. Далее вот такой 4 баночки фанты без сахара. 4 таких небольших баночки. 2 упаковочки бескофеинового кофе, таких расфасованных. Это обыкновенное кофе, имеется в виду, не кофеин, нормальное, в общем, кофе экспрессо, да, вот такое вот прессованное. И также дали мешочек с такими сладостями, бегалсами и такими, как коржиками. Вот такое вот расфасовано. Из овощей у нас такая romaine lettuce, это именно порезанная уже такая капуста, да, romaine. Потом бебечкины морковки, такие маленькая морковочка. Перчик один. И такая упаковка салата. Органик, бленд. Это там шпинат и спринг микс. Такой вот. Также дали такой вот майонез. Также дали замороженную упаковочку таких смесь овощей. Здесь у нас идет овощной, такой называется, сделанное из вегетаблов, или как из растений, мясо такое. Это impossible называется, beef made from plants. Это для вегетарианцев. Также здесь у нас есть упаковочка именно грудки куриной. Такая вот большая упаковка. Также у нас есть вот такие упаковочки. Это типа как оладьи, что ли, вот такие вот, именно сделанные из белой капусты.
Также такой большой мешок. Здесь у нас есть и грейпфруты, и лайм, и лимон, и апельсины. А груши есть такие, или как яблоки. Ну, они больше на груши напоминают, да? Также у нас есть картошка там наложена. Вот такой, в общем, большой мешок всякой овощи-фрукты. Упаковочка туалетной бумаги. И тест, чтобы проверить себя на COVID-тест. Кстати, никогда не получала. Вот столько много дали разной еды. Я считаю, что всегда очень неплохо дают. Очень много здесь и фруктов, и овощей, и мясо можно сделать, и супы, и все-все-все, что захочешь. Я считаю, что неплохая поддержка людям, которые нуждаются. Как вы думаете? Напишите в комментариях. Так что сделала такой небольшой обзорчик для вас очередной. Поделиться, что дают в помощь людям, которые нуждаются. До новых встреч. Пока-пока.